Выучиться на права сейчас не дешевое удовольствие, но на этом траты не заканчиваются. Лишь первая сдача бесплатная. Далее приходится оплачивать аренду учебной машины и каждое дополнительное занятие. Вот и превращается процесс получения прав для ученика в финансовую кабалу. Но теперь этому появилась альтернатива. Сдать экзамен на право управления транспортным средством можно без посредников, прямо в ГИБДД. Причем совершенно бесплатно. Во-первых, это было связано с обращениями наших выпускников, кандидатов в водители, потом с большими сборами, которые осуществляли школы, на платной основе предоставляли автомобиль, это сборы 3-4 тысячи рублей, то есть это, естественно, большое финансовое бремя на наших выпускников, поэтому мы, посоветовавшись, приняли решение о том, что необходимо иметь свои экзаменационные автомобили. Начальник УВД поддержал это решение, соответственно, выделил два транспортных средства на сегодняшний момент, это ВАЗ-2107 и машину Приора. Вскоре будут выделены еще две машины, плюс планируется организовать подачу заявлений на сдачу через интернет. А пока, чтобы записаться на экзамен в ГАИ, необходимо прийти с пакетом документов на Гнедина, 18. Написать заявление, приложив при этом копии документов, то есть, которые есть у кандидата водителя. Будет заявление рассмотрено в сроки, установленные законом, и будет направлено уведомление, то есть на какой день будет проводиться данный экзамен. На сегодняшний день рассмотрено мной более 300 заявлений. То есть мы планируем в день где-то от 25 до 20 человек, может быть чуть больше. За неделю попробовать свои силы за рулем этих учебных авто смогли более 100 кандидатов в водители, но лишь единицы успешно справились с экзаменом. По мнению инспекторов, дело в том, что процесс обучения во многих автошколах сводится к банальной поставке полуфабрикатов на экзамен. И с этим пока ничего не поделаешь. Мария Смирнова, Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.